большинство людей, которые работают в Коммерсанте, пока не хотят уходить, и пока мы видим, что наша сила в единстве. И, наверное, это правильно. Но если ребятам будут поступать какие-то предложения, они им поступают, это я вам вот сразу заявляю, ну там, даже и мне поступали, вот, то здесь, если они посчитают нужным, они пойдут дальше, конечно, потому что, ну, любого из пишущих братьев возьми, он может работать абсолютно спокойно на позиции главного редактора или на позиции редактора другого медиа, конечно, может. Ну, самое ценное, что было в Коммерсе, помимо читателей, это были те люди, которые эту газету делали. Нам их удалось сохранить. Через пару месяцев, я думаю, на рынке появится новый еженедельник, появится новый информационный сайт, который будут делать те люди, которые делали Коммерсант. И по качеству подачи информации, естественно, поскольку это еженедельник, поменяется форма, но по качеству это будет вот такой же крутой, как и был Коммерсант Украина. Пока вот на сегодняшний момент это выглядит именно так, что поменяется бренд, но главная составляющая останется та же самая. Вот этому, именно по этому моменту я счастлив и рад. Названия нет, инвестор есть, но мы его не назовем, потому что мы связаны честным словом. Будет ли это ЧБ или будет этот цвет, я тоже не знаю. Я думаю, что в ближайшие там пару недель мы подготовим концепцию, ее покажем инвестору. Я думаю, он согласится с тем, каким мы видим наше будущее. Ну и начнем работать, собственно говоря. Да, новости никакой нет. Это правда. И серьезно, то есть вот меняется вывеска, вот, а новости никакой нет. Люди остаются, люди будут работать, люди будут заниматься любимым делом. Вот это для меня главное. Для меня вот абсолютно не главное там сейчас рассказывать там какие-то слухи, которые ходили про закрытие Коммерсанта. Вот для меня это абсолютно не важно. Это будет не журнал. Это будет газета. Естественно, она будет отличаться контентом, поскольку формат еженедельника предусматривает, что мы будем больше внимания уделять публицистике, мы будем больше внимания уделять аналитике, а всю ежедневную текучку, всю эту историю мы будем отрабатывать на сайте. То есть там будут те же самые новости, которые мы делали, те же самые эксклюзивы, которые мы делали, а вот еженедельник станет более таким взрослым, умным, ориентированным на серьезные тексты. Вот пока так, наверное, вот по истечению 4 часов, наверное, так я могу это сформулировать. Ну, я в Коммерсанте все хочу оставить. Вот в том, котором было, я практически все хочу оставить. И баланс мнений, и представленность абсолютно разных точек зрения, и абсолютно разных ньюсмейкеров. И отталкиваться мы будем от событий и явлений. И это не будет никакой там политической конъюнктуры, какой-то там экономической конъюнктуры. А там по-прежнему, как это было и в Коммерсанте, там не будет джинсы, там не будет каких-то однобоких, односторонних материалов. Там ничего этого не будет по одной простой причине, потому что, точнее, даже по двум причинам. По первой, первая причина – это то, что это неправильно. Вторая причина – мы этого не умеем делать. Ну и не собираемся учиться. Мы будем давать ту же самую честную информацию, которую мы давали и в Коммерсанте. Ну, так будет.